Вот прошла еще подальше. Вид здесь замечательный. Там выход в океан открытый. Яхта здесь интересная, она называется Одесса. Я и до этого видела ее несколько раз. Видите? Очень много самолетов здесь. Потому что Кеннеди у нас аэропорт. Рядышком. Ну как рядышком, минут 20 езды. Такие вот яхты. Очень красиво. С другой стороны аллеи. А вот сам Калыч называется Кинг. Здесь сторона. Манхэттен-Бич. Частные дома. Такие приятные. Здесь очень приятное место для прогулок. Вода совсем рядом. Кораблики, яхты. Вот с этой стороны. Вот школа такая. Картина на небе красивая. Закат. Вот столько яхт. Здесь дома рядом со всем билдинги. Рестораны здесь. Много чего. Рядышком. Это корабли прогулочные, рыбацкие суденышки. Вот такая перспектива. Я люблю здесь гулять во время заката. Совершенно ощущения такие особенные. Умиротворение. Эти яхты на воде. Так здорово. Смотреть. Очень красиво. Это выход в океан. На небе такие облака. Удивительно. Закат очень красиво. Такая дорожка. Вот солнце садится. Thank you.
красивый закат. Красноватый, наверное, ветер будет завтра. Если бы все было так. Так здорово солнце показалось над домом. Здесь на закате очень много начинают прыгать, играть рыбы. Здесь вообще очень много рыбы, рыбаков ловят. Иногда след крупных рыб. Так, когда есть время, интересно посмотреть. Вот видите? Главное поймать момент, чтобы она плеснулась. Сегодня не так уж. Ага, вот. Видно, иногда спина показывается, такая, за большие спины. Здесь очень интересное место, чтобы понаблюдать за рыбой. Вот, вот, совсем близко. Почему они так прыгают? Удивительно на них посмотреть. Ну, как она играет. Как интересно. Вечер наступает, огни загораются. Вот я уже зашла за этот мостик. Вот так. Последний день июля заканчивается. Что дождик накрапывает. Какие тучи на небе.